Стрижку начинаем с нижней затылочной зоны, набирая пряди диагональными проборами и стрижем прямым срезом с внутренней стороны пальцев.
Горизонтальными проборами филируем методом поинтинг нижний затылок на предварительно высушенных волосах. Контрольную длину верхнего затылка выбираем произвольно, не соединяя с длинными ранее высушенных волос. Стрижем радиальными проборами методом прядь на прядь. Thank you.
Волосы височных зон стрижем горизонтальными проборами, отчесывая прядь точно вниз. При выполнении стрижки волос теменной зоны горизонтальными проборами отчесываем пряди назад. Срезаем прямым срезом, приподнимая в плоскости затылка. Для формирования сильной градуировки. И плавно опуская при переходе к стрижке волос в районе височной зоны.
После филировки волос теменной зоны оформляем конечную краевую линию нашей стрижки. Need to understand, so take me in.